253 субъекта агроэкотуризма. Именно столько так называемых туристических стоянок находится в Брестском регионе. Каждая из них по-своему необычна и привлекательна. Кто-то развивает старинные ремесла, кто-то создает неповторимый дизайн и ландшафт на территории агроотеля, а кто-то радует гостей домашней пищей, множеством фруктов и овощей прямо из огорода. В общем, отдых на любой вкус. Благодаря тем преференциям, законодательной базе, которая имеется, данное направление активно развивается. У нас в области в настоящее время зарегистрировано 253 субъекта агротуризма, причем 6 создано на базе СПК и фермерских хозяйств. По итогам 2013 года на агроусадьбах области отдохнуло 31 тысяча туристов. Да. По сравнению с 2012 годом это на 10 тысяч превышает показатель. Конкурс «Агроусадеб на Брещине» ведет отсчет своей истории с 2009 года. Его учредителями являются областной исполнительный комитет и Белагропромбанк. Победители определяются в 5 номинациях: сохранение белорусских традиций, гостеприимство, стиль и гармония, популяризация здорового образа жизни. Лучших ожидают ценные призы. Победители, помимо ценных призов, получат возможность бесплатного участия в международных туристических форумах совместно с Управлением спорта и туризма Брестского облсполкома, а это помимо Минска и Москва, и Варшава. Также информация о победителях будет размещена в рекламном буклете «Победители конкурса на лучшую агроусадьбу Брестской области 2014», который будет распространяться на международных туристических выставках как в стране, так и за рубежом. Однако у тех, кто хочет попытать свои силы и побороться за главный приз в текущем году, осталось совсем немного времени. Последний день подачи заявок – 21 сентября.